В самой Армении про французские и в целом про западные силы придают антироссийский акцент всей истории СНЖД, заявил в эксклюзивном интервью Кавказскому бюро российский политолог Сергей Марков, комментируя развернутую армянскими националистами кампанию «Это вам не Армавир». Акция «Это вам не Армавир» инициирована не просто так. Они задевают именно Россию. Если большинство населения в Армении в целом пророссийское, то часть политической элиты, которая связана с американской, французской и ливанской диаспорой, очень агрессивно настроены против России. Подозревается, что кампания запущена праворадикальной организацией САСНА-ЦРЕР, которую возглавляет ливанский армянин Жираир Сефилян, имеющий тесные связи с французскими спецслужбами. Причем важно сказать, что ливанцы наиболее агрессивны. Историческая партия Дашнакцутюн оттуда черпала боевиков в свои ряды. Эта партия пролила много крови во время гражданской войны в России, затем она устраивала теракты уже в советское время. Сейчас она также агрессивно настроена против России. НЖД является их главным идеологом и вдохновителем, отметил аналитик. По его словам, сегодня радикально настроенные против России силы в Армении пытаются сорвать трехстороннюю договоренность. Конкретная цель делается для того, чтобы не открылся Зангезурский коридор, добавил аналитик. Политолог подчеркнул, что прозападные силы не возражают против открытия трассы, которая будет связывать Армению с Россией, но против той, которая связывала бы Азербайджан с Нахчеванью и Турцией. Но такого не бывает. Суть же вопроса в том, что прозападным силам не нравится то, что эти коридоры контролирует Россия. И эти же силы инициируют вопросы, где именно сейчас, перед Днем Победы, резюмировал политолог.